Ежегодная крымско-татарская книжная ярмарка уже стала традиционной. Вот уже третий год подряд в Ахмеджите собираются любители книги со всего Крыма. Узнать о самых важных книжных новинках, послушать истории написания книг от самих авторов, познакомиться с писателями, деятелями искусств и просто приятно провести время. Это семейный праздник, где детям весело и интересно, а родители с легкостью могут приобщить ребенка к чтению. Праздник единения. Третья крымско-татарская книжная ярмарка в этом году приурочена 170-летию Исмаила Гаспринского. Книжная ярмарка 2021 – это культурное событие жизни Крыма, к которому готовились целый год. Уже традиционно для гостей ярмарки открыл свои гостеприимные двери банкетный салон «Ешеляда». Несмотря на коронавирусные ограничения, праздник книги в этом году прошел не менее ярко и атмосферно. В этом году было представлено 16 новых изданий. Это детская, исследовательская, художественная, историческая литература. На ярмарке, презентуя свои книги, авторы делились историями их создания. Гирей Баиров более 10 лет записывал воспоминания людей со всех уголков полуострова, живших здесь до депортации. Сегодня его истории легли в основу его книги «Этнографические заметки в поисках утраченного Крыма. Исторический атлас культуры Крыма». Прекрасное событие, что собираются наши лучшие представители интеллигенции, делятся своими идеями, своими новыми книгами. И поэтому я тоже сегодня буду представлять свою книгу, расскажу немножко о наших традициях, о воспоминаниях наших старожилов, сауны за приглашение. Не более тетберде, более иштракетки, нам баранджикере. Я не баранден тишкюрет мекстим, тишкюрачаларга, эльбетте бу бузер буртетбар, керекебе буртетбар, умойларах бузым, халкымызын тарихында, китап, пек, эмейли, ертута, Әлбетті, но нас это бек миллион қошылғаным үшін. Біз білеміз ке, балалықтан балаларыны біз ана тіліне үгіреткенде, бедей сөзге севге ашылаймыз. Бедей сөзге ашыламақ, бұл бедей әдебиятнен таныш етмек. Ве шу себептен бізде бұл сене, үшілік девамында япылған ішімізні Муэрифдешімнен Енисия Бибулаеванен тағдым еттік. Почти все презентованные книги можно было сразу же приобрести на торговых площадках. Каждый посетитель ярмарки смог найти интересную для себя литературу. На третью крымско-татарскую книжную ярмарку пришли целыми семьями. Селям алейкум! Насылсыныз? Алейкум селям. Яшымыз. Келдик Хорантанин. Машалла, бахам енді китапларыны да алғансыңыз. Насыл китапларын алдыңыз? Балалар алемы, пармақылар ойыны, Ненкичан китапларын алдық. Бізім Хорантай үшін бек бұйық қиымет таши. Біз сабырсызлықтен әрвақыт беклейміз бұл күні. Енді үшінші ярмылықла келеміз бұтын Хорантанин. Біз бір байрам кеме кечереміз бұтын күн манда олып. Третья крымско-татарская книжная ярмарка была приурочена к 170-летию Исмаила Гаспринского. Гостей праздника встречала инсталляция известного скульптора Айдера Алиева, посвященная этой дате. В зале царила атмосфера любви к книге, истории, культуре своего народа. А по-настоящему праздничное настроение создавали артисты крымско-татарской эстрады. Каждый год организаторы ярмарки прилагают все усилия, чтобы провести мероприятие на высоком уровне.
Студия «Қара Деңіз Продакшн», журнал «Ненкиджан» и банкетный зал «Ешеляда», объединив усилия, создают настоящий праздник книги. Осознавая, что книжная ярмарка уже стала символом не только возрождения, но и развития народа на своей родине. Мен Түркияда, Анкара, Стамбулда бірчок кере китап фуарлары олар айталар, китап ярмалықларына іштірак етіп, олі бір суқлана едім, біздің Қырымда болі бір китап ярмалығы япсақ, китап байрамы япсақ. Чүнкі біздің халқымыз үшін китабың қиметі бек бұйық. Сүргінлік уақытында халқымыз сүргін етілген күні, майыс 18 күні, меселе халқымыз янына белкіп ашамаға шия алмады, урба алмады, китап алды. Бұл китап Құран еді, лекен біз үшін мұқаддес бір китап. Қырымға қайтып бізде бірқач жылар әвлерімізді құрып аяққа тұрған соң, бөлі бір китап байрамы япмақ ғайесі доғды фікірінемізде, башымызда. Ве мұна енді ане демек мүмкін, үшінші ярмалық кече, мен беллесем, ұмыт етем, беллесем дегіл, ве ішанам ке бұ девамлы олар. Бүгінгі тәдбіріміз үшінші Қырым татар китап ярмалығыны біз 170 Исмаил Гаспарұлының юбилейге бағышладық. Меніңше бұл бүйік бір шарет. Не үшін бұл ішлерінен біз Гаспаралы көрсеткен елінен кетеміз. Бұл ел о инкишаф, мариф, білгі, китап. Чтобы говорить о значимости, приведу как бы такой пример. Народы цивилизованные, которые существовали с древнейших времен, в истории были такие случаи, когда они после войны или во время войны выкупали не своих пленных, а выкупали книги. Эти народы до сих пор процветают, это цивилизованные нации. Такую же значимость имеет книга и для нас. Это, конечно, связь, бесконечное поколение нашего народа. Поэтому, конечно, это прежде всего достояние, которое мы должны сохранять, приумножать и развивать. Каждый год география книжной ярмарки расширяется, привлекая новых авторов. В этом году свой научный труд «Крымско-татарские памятники» презентовал Хакан Кырымлы. А среди гостей ярмарки была Васпия Алиярова, проделавшая путь из Казахстана в Крым, чтобы посетить праздник книги. Я очень рада, что у меня в этом году получилось попасть на третью крымско-татарскую книжную ярмарку. Во все времена книга была источником и знаний, и познавательных моментов. И она останется, и будет еще долгие годы заменять всю ту технику, которая сейчас у молодежи. Читать. Читать и читать мы будем и любим читать, и детей своих этому будем приучать. Гордость за свой читающий, пишущий народ испытывал каждый из присутствующих на празднике. Гости ярмарки отмечают, с каждым годом уровень организации растет и вдохновляет. Я рада за то, что наконец-таки именно крымско-татарская ярмарка проходит отдельно от всех остальных. Книжная ярмарка – это для меня праздник. Уже третий год подряд это праздник новых книг, встречи с друзьями и ярких эмоций. С удовольствием посетили сегодняшнюю выставку, узнали много интересного, полезного. Думаю, что в следующий раз мы постараемся приехать сюда с внучкой и как-то подтягивать знания нашего языка, родного крымско-татарского. Как всегда, все на высоком уровне. Очень много интересного, очень много литературы, кое-что приобрели. Это хорошо, это для народа хорошо, что у нас идет все-таки развитие, несмотря на все, скажем так, препятствия, которые у нас есть в нашем народе. Дети на книжной ярмарке – особые гости. Ведь одна из важных задач мероприятия – привить детям любовь к книге. Отдельным блоком была презентована детская литература на крымско-татарском языке. В течение всего праздника здесь работали аниматоры студии детского праздника «Поле чудес». Были установлены батуты, проводились игры и конкурсы. Все надо не? Муслим. Муслим, ярмалық на бегенесу? Эбет, бег бегенем. Я на бегенду. Ойларна бег бегендам, ирларна бегендам. Бег бегендам, чунки, манда бег чох адам барыды, эм бульген, эм бульмеген адамлар. Чохса адамлар нен мен таныштым. Мен китапларыны ухумаға бег севем. Бүгін алдым эки китапны ве эвде улары ухучам. Чохса ғылмыз бұл байрам үчін. Мен эвсе ойларна бегендам.
Конечно, такое масштабное событие не может проводиться без помощи и поддержки меценатов и спонсоров. Они вносят свой неоценимый вклад в развитие и популяризацию крымско-татарской книги. Очень нужное мероприятие для нашего народа, для нашего Крыма. Спасибо всем организаторам, участникам, гостям, спонсорам. Несмотря на то, что нас не так много, несмотря на то, что пандемия, динамика вот этих книжных ярмарок, она держится. Она держится не благодаря времени, а вопреки ему. Но это очень важно. Сегодняшняя ярмарка, я думаю, в общем-то, и существует, работает, вдохновляет. Сегодня уже третья выставка, ярмарка проходит. Конечно, отрадно, что в такое тяжелое время эпидемиологическая ситуация очень сложная, но все равно людям хочется собираться, людям хочется видеть друг друга, видеть новые книги, видеть новые издания, новых людей. И самое отрадное, что эта ярмарка становится традиционной. Мне это вот дает определенные идеи, определенные вдохновения, что нужно делать, куда нам двигаться, как нам двигаться, как нам свою самобытность и себя сохранить. Это мероприятие очень важное событие для всех нас. Здесь уникальная атмосфера просвещения, наполнена огромное количество литературы, детской, художественной, научной. Я испытываю бесконечную гордость за все это. Организаторы и участники проводят мероприятие на высоком уровне. В рамках ярмарки традиционно была названа «Лучшая книга». На этот раз организаторы отметили труд молодого и перспективного автора Абдульвахаба Ситхалилова. Его артбук «Бахчисарай. Путь к истокам» был презентован весной этого года. Алгышлар! 3-я крымско-татарская книжная ярмарка еще раз доказала – крымские татары – народ пишущий, читающий, уверенно идущий вперед по пути развития. Ведь пока живет книга – сокровищница знаний народа, живет и его язык, его ценности и опыт предыдущих поколений.